Что Долорес Кэннон подразумевала под уровнями, с которых приходят души? Она называла 12 уровней. Вы понимаете, в чем дело? Здесь мы, как только мы переходим в какие-то дискретизированные истории, в какие-то численные истории, там, посчитать сколько уровней, еще что-то, здесь мы вступаем на территорию нашего левого полушария, левого мозга, который любит все подсчитывать. И опять-таки вопрос в большой степени лишен смысла, потому что в большой степени эта история про слепых мудрецов и слона. Да? Я не буду сейчас эту историю рассказывать, вот вы можете погуглить, если вы не знаете, о чем это речь. Дело в том, что, ну хорошо, я видел, например, там 4 больших уровня. И когда я вот выходил на ту сторону, да, я видел 4 больших уровня, которые практически в точности отражали те касты индийские, которые вот у нас имеются в индийской культуре. Да. Майкл Ньютон там описывает свою картину мира. И на самом деле ничто из этого абсолютно никак не противоречит друг другу. Это просто наше восприятие многомерного мира, который мы не способны в точности воспринять, будучи трехмерными существами, прямо сейчас, в данный момент. Поэтому это некая попытка, знаете, как это, впихнуть невпихуемо, то есть втиснуть многомерное понимание вот в наше трехмерное восприятие. Поэтому неизбежно возникают какие-то искажения в описаниях. Но если помнить про мудрецов и слона, то все стоит на свои места, все описали примерно одно и то же. Поэтому, ну да, там есть какие-то слои, и зависит это от зрелости души, от того опыта, который она успела накопить.